отец. Сам ко мне попросился вассалом и сразу же начал против меня эту бочку гнуть. Ну, не нравится. Ты там узурпатор, наверное. Ну, да, я его территорию изначально отхуялил. Немалый кустман. Это как я в Трое. Сначала тут уж чувакам земли раздавал, такой раздавал, типа, чтобы они сами дружили. Там дружба нереальная уже была потом. Ну, потому что я разожрался, что пиздец с амазонками. И потом пиздец. Я ничего не раздавал, чувак, я отнимал. Он сам ко мне с вассалом пошел, когда у него... Блять, я прижил еще одного ребенка. Кстати, от Троянского царя пиздить... Ой, пиздить это... У меня живые дети-то... Три осталось. Блять. Кто у меня будет наследник? Твою мать. О, понеслась. Я взял самолет, который ты хотел, Дима. Ну, я только попробовать его хотел, да. А так я летать не люблю, блядь. Никогда не любил и... Бля, тут надо клавиши поменять, управление. Ну, знаю, твой горемычный опыт я не стал. Клавиатуры менять можно. Клавиатура легко меняется, и проблем нет. Вот как раз таки на мышку, инверсию мыши убрать. А, это можно менять. Кнопки нельзя менять. Чё-то я очкую. Не-не, вот инверсию... Этот... Не скорость сказать, как это правильно называется. А как русифицировать? У тебя же на русском было. Никак, нет. Нет? У тебя на русском было? Да. Ты еще спрашивал, кстати, про это, а чё она у меня? Я думал, на русском. На этом. Не, увы. А, знаешь, чё проблема, кстати? Чё? Чувак. А, я... Короче, мой чувак сильно заболел в какой-то момент, и он теперь ебнул. То есть я на УТИ сделать не могу. То есть у меня вот трое осталось живых, и это пиздос. Ну ладно, у них тоже дети есть, как бы. Если все от их детей кто-нибудь будет, но все равно жопа. Че тут самолет еле летит, я тебе скажу. А там два варианта работы движка есть. Блять, как бы пикать. Если они вниз смотрят, то это на подъем. Если они вверх смотрят, если они вперед смотрят, то это на полет вперед. В общем, я десантировался нахуй. Че-то он слишком долго летит. Блять, еще одного сына пережил. Осталось один сын и одна дочь. Чего у меня дочь не стоит, бра? А, ей 75, ей уже похуй. Скорее всего, она своего мужа пережила, да. Она своего мужа пережила. Так, ладно, у меня еще 56 этих есть. Так, это будет воины. А как вот дрона повесить? Просто повесил и все, да? А, все, висит, да? Да, ты на него нажал, ну, то есть тройку, он выбрал дрона, запулил его, вышел из него, и он там висит. Блять, а я не противотанкист, сука. Как так у меня выбрался? Да тут теперь, блять, все противотанкисты, по большому счету. Ну, то есть ты можешь... За любого взять гранатомет. А-а-а, меня вертуха заебала. Так, короче, планы немножко изменились. Я сейчас докоплю еще на основательного королевства и выхожу к тебе иду. Окей. О, беру гашетку, блять, свою. Сейчас будет самолет сбивать нахуй. Ну и чё? Это 100 монет. Блять, что-то не это самое. Миг не треснуло, не там. И опять я с дроном, блять, съебаном. А как карту открывать, кстати? М попробуй, но она вряд ли откроется, она скорее просто больше станет. Нифига. Ну тогда хуй знает. Скорее так. Никак. Ладно, тогда я пока попробую настройки. Control, дефолт, блять. Понять бы, где тут что. Food. Инверсия, о, вот она. Инверсия, вертикал. Вот так вот. Все. Блять, он инверсировал, блять. Не там. Так, ладно, мне осталось 3 монеты. Я тут вспомнил, что я могу помогать у своих же подданных. Я скопил на королевство. Так, да, я выберу другого чувака, во-первых. Тут что-то какой-то у меня не тот выбрался. Во. Чувак, я королевство создал. Молодец, молодец.
Фрейк. О. Гранатомет. Блять, а... А, это Борис. Ну, вспомнил Борис. На 107-м году жизни я создал, блядь, королевство. А он все, блядь, никак не помрет и не помрет. Ну, в смысле, главный мой. Так, теперь опции, опции, опции. Глобал, Винсент. Бронированный есть, легкий. Вертикал лук. Веникулес. Это что такое? Веникулес. Собственно, транспорт. А, все, вот, вот тут, наверное, инверсия надо. Блять, я боюсь. Инверсия. А, пилот! Во, блять, пилот. Вот. Инверсия оф. Пилот. Все, остальное мне не надо. Я нашел. То, что я хотел. Ну, тебе можно полетать на вертушечках. Ну, дайте мне вертушку попробую. Вот, другое дело. Тут, блядь, какую-то хуйню придумали, блядь, вообще неудобно. Блядь, у меня правнучка может какое-то королевство захапать. У меня первое место на... О, блядь, еще кто-то может. Из моих. Так, что делать? Ой, блядь, все равно такой-то. Слушай, а маленький вертолетик ничего такой. Ты скажи. Мне летать нравится в этой игре. Ну, как сказать, нравится. Я решил полетать. Просто. А-а-а! Нет, 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 поднимайся! Ой, ебать, вот мышку поменялся, и сразу управление стало нормас. Он же смог выйти из крутого пике. Вот это я летаю, блядь. Ни одна гашетка не наведется. Пьяный пилот, сука. Ой-ой-ой. Нас ждет. О-о-о. Куда давай? Собьем. Ебать, я сразу вырос. У меня сразу территория с 10 до 27 прыгнула. Нихуя. Бля, как вперед-то лететь? Камера С. А, понятно. Левый shift, что-то там. Ну, бля, ну все равно на вертолете сложно, это еще учиться и учиться. Ложусь. Да, я смогу это купить. Накрыл площадку. Бля, я могу еще один титул создать. Уже большое королевство. Попробуй, сучоныш, догони. Я, блядь, тут суперпилот. Ты же, блядь, умник, блядь, ты своей тарантаки хотел изъебать меня. Высадил пацана какого-то, он сектор захватывает. Бля, он сдох. Нихуя не захватил.
Да хуй там, блять! Я еще одного сына перебил, меня сложно съесть. Ой! Меня подбили! Меня подбили! Сука, не, ну вертолет, конечно, интересный, но, сука, неудобный. Дайте гашетку, че, все заняли, да? Может, большой вертолет взять попробовать? Что-то на большом никто не летает. Или что еще доступно? Только большой вертолет. Ну, давайте большой. Теперь-то я смогу. Самолет решил поохотиться. Самый умный, да, блядь? Ну-ка, иди сюда. Петух. Где пошел? Его что, ничего не нацеливается? Тут меня хочет. Бля, у нас все точки заняли, прикинь, пацаны. Почти одна осталась. Ой-ой, блядь, взлетай, взлетай, взлетай! Попизделали! Ботинки. Russian Sector Foxtrot. Ну такое, конечно, техника. Ну тут пацаны, да я вот яснусь на своем чуваке. Тут что-то кемперит. О, вижу. Маркостан, get moving! Кстати, между прочим, подкаты спасали жизнь не один раз. Ну да, это ж вообще классная штука. На, долбоёб, ебано. Ёба за ёба. Вот что такое. Бежит. Ха-ха, петух, блядь! Получил, ублюдок. Как гранату кидать, кстати, на G? Да. Как ни странно, но на G. А как они поднимаются по этому самому, по тросу? Ну, когда я подходишь и там Е, по-моему, нажать. А, во! Да. Поехал по тросу. Ебать, чувак, там еще что-то делает. Ой.
Есть идея поставить тут турельку, чтобы никто лишний не зашел. У вас две точки отжали, ну ладно. Не страшно. Я к чуваку засяду. Поехали, чувак, я помогу тебе убивать. А, ебать, на гашетке с чуваком вдвоем танк разъебали, прикинь. Охуеть. Я думал, он на это способен. Там АИ не подписано было? Не-не, тут вся эта самая полная коробочка. Ну, было весело. Бля, чувак, ты должен вертолет избивать. Он что-то... О, блядь, вала ебет. Блядь, я почти подбил вертуху. Вертуха я подбил. Да что-то вертолет не разъебал. Бля, ну танк разъебать это вообще топ. Да заебал этот вертуха. Нас спасти. Получи, петуша! Еще одного разъебали. Десантировались ублюдки. Бля, что, убил, что ли? Покинь пилота какого-то убил в мини-вертолетике. О, танк десантирует, нихуя себе. У нас такой уже. Огневая мощь! Ебать, сука, самоубийца, камикадзе. Бля, ну весело, кстати. Пизда вертухи. Ой, самолета. Кто-то борется, блять, на вертолете, пацаны воюют. Давай, чувак, поможем. О, правильно, едешь. Дайте мне жертву геноцида.
что это было, блядь. Так, вот тут один есть. Откуда шмаляет, не пойму. Десантируемся! Ох ты, блядь. А, он, сука, где пол. Ладно. О, да я танк возьму. Ну и чё? А, танк забрали. Пидорасы. Секунды и танка нету. Это самолеты мне нахуй не нужны. Ладно, поехали. Побегаем. Chicken fire! Ебать, тут засели какие-то террористы, блять, в елках. Чувак сказал, что там сел. И его разъебали. Чувак засел, думал, так и будет сидеть. Блять, где ты бегал? У петушара. Так, ладно, дайте мне что-нибудь, технику дайте. Дайте технику! Нет, самолет, вертолет нахуй не нужен. Я налетался на сегодня. Потом, может, блять, выигрывали тебе все, пока я был на чем-то. Всегда так. И все. Петухи, петухи. Не, машинка не хочу. А можно в танк подсесть кому-нибудь? Как они садятся, интересно. О, танк. Уже забрали. Кто-нибудь... О, дай-ка сюда, я снусь. Там танк едет. А-а-а, блядь, блядь! Сука! Тебя трахи сделали. Да танк убил, я только гашетку расчехляю. На нахуй. Хотел его из этого. На, ублюдок. Ух, блядь, чуть не убили, петухи какие-то на крыше. Петуч засел. Так, наш танк поехал. Его там, блядь, с вертушки аннигилируют. Блять. А, петух. Я так хорошо пас этот танк. Сука.
Ладно. Хуйня вопрос. А, блять, я так убил он меня. А, не, убил другой какой-то петух. Сука, ну я там к мозги поебал знатно. Ой, блять, это был топ. Если бы свой танк заполучить. Десантируется, ублюдок. Ебать, вертуха. Вертуха меня обоссала. Кстати, а что за стволы новые не открылись какие-нибудь интересные? Что это такое? А нет, фигня не надо. За точку какая-то лютая война идет. Реабилитировался немного. Хоть поубивал. Бля, они все точки отжали, вот пидорасы. Наша техника, как обычно, где-то в ебенях. О, чувак на вертухе летит. Ебать, я десантировался, сука, ебало вам землю. Давай, давай, там танк едет, я видел. Лови нахуй. Не успел.
Блять, проебали.